Привет! Решили с нашими с девочками приготовить сегодня салат. Новый. Мы еще ни разу такой же не готовили же. Нет. Называется салат «Красная шапочка». Значит, берем картошку, отвариваем. Потом мелко вот девочки Анюта и Люсенька в это порезали. Потом сладкий перец. Вот такой вот болгарский. Нарезали они, молодцы. Ой, господи. Ну, это покупной. Помидоры. Вот такими вот фракциями. Ага. Яйцо. Зелень. Укроп и петрушка. Анечка, давай зеленый горошек. Зеленый горошек берем. Вот такой. Не спеши, камеры. Потом еще нам нужны будут... кетчуп. Ну, мы взяли с чесночком, чтобы привкус такой в это был. И майонез. Значит, сначала ложим картошку в кастрюльку. Через руку, Анечка, никогда не это самое. Вот. Так, правильно. Теперь берем этот перец. Люся, давай яйцо. Сразу в мойку убираем. Вот. Вот так. Вот. Теперь горошек высыпаем. Ну, да. Что ж, на 9 человек, чи на 8. Что ж. Так, Люсенька, дай соль. Присаливай. Еще. Еще, Люся, ну что ты? Еще. Ты не воруешь ее? Нет. Я думал, что воруешь. Хорош. Пока хорош. Потом берем кетчуп. Анечка, на, выдавливай, не весь только. Угу. Ну, не, еще выдави. Хорош. На, закрывай. Так, Люся, майонез. Не спеши. Что там по времени у нас? 3 минуты. Еще. Майонезу не жалей. Так, хватит. Пока хватит. Сейчас я перемешаю. Все, мы с вами посмотрим на консистенцию наших ингредиентов. Что, ну? Ну, я думаю, достаточно всего, да? И майонеза, а? Да. Достаточно? Да. Все, убираем сразу в холодильник. Вот. Тщательно перемешиваем. Вот так вот. Ну, я видел, там делают у прозрачных таких. Ну, нет у нас прозрачного, некогда нам его искать. Где это же у нас есть, да? Да. Ну, то как из-под торта. А мы вот так вот сделаем. Раз. Так, теперь берем зелень. Половину притрушиваем, половину оставляем. Вот. Вот так. Вот. Помоем сразу. А теперь сверху. Ты хочешь? Да. Ну давай, половину ты, а половину Ванечка. Люся, аккуратненько. Вот и называется красная шапочка за счет помидор. Выливай, там сколько вот нет. Ну, а теперь же его надо разровнять. Чтобы было ровненько, красивенько. Вот получился вот такой у нас салат. Теперь присыпем чуть-чуть зелени. Дайте еще соль. Грамулечку. Чуточку вот так вот по помидорам. Хорош, чтобы много. Ну,
Ладно. Ну и вот получился у нас на ужин такой в этот салат. Холодное у нас есть, холодец. Котлеты есть. С хрена приправу сделали. Теперь сделали салат. Сейчас он чуть постоит. Девочки, тут поприбирайте, помоете. Вы же у нас хозяечки. А салат как раз настоится, чтобы был все вкусы перемешались. И тогда ложим и кушаем. Ну, вот такие мы доморощенные мастера. Так что пока на Ютубе Сергей Котляров.